С 21 по 26 апреля в нашей стране проходит Европейская неделя иммунизации. Цель этой акции – привлечь внимание населения к вопросам профилактики инфекционных заболеваний. А на сегодня, как известно, самым эффективным способом защиты от них является вакцинация. Традиционно в конце апреля Министерство здравоохранения области проводит пресс-конференцию, где обсуждаются проблемы вакцинопрофилактики. В мире существует более 2000 инфекционных заболеваний, опасных для человека. Заболеваемость в довакцинальный период имела место быть в достаточно больших объемах, да, заболеваемость прежде вот такими инфекциями, как корь, дифтерия, столбняк, полимиелит. Сегодня благодаря именно вакцине профилактики удалось победить многие инфекционные болезни. Например, в Оренбургской области в течение последних нескольких лет не регистрируется полиомиелит, столбняк, бешенство, дифтерии. В 18 раз снизилась заболеваемость вирусным гепатитом Б, в 1000 раз – краснухой. В условиях государственного регулирования проводятся все вопросы иммунопрофилактики. Что это значит? Это значит, что любое медицинское учреждение, любой формы собственности должно иметь лицензию на этот вид деятельности медицинской. Кроме того, все препараты, которые используются для иммунизации населения, проходят государственную сертификацию, контроль и допускаются для разрешения к применению на территории Российской Федерации. Вакцинацию проводят согласно национальному календарю прививок. В настоящее время в него включены прививки против 12 инфекционных заболеваний, обязательные для всех, и 12 по так называемым эпидпоказаниям, то есть не всем, а только определенным группам. В основном иммунизацию проводят в раннем детском возрасте. Пока ребенок находится дома, да, то есть он пока маленький, он не должен контактировать с большим количеством людей окружающих. Естественно, что он может выработать иммунитет. И в тот момент, когда ему уже надо будет идти в организованный коллектив, он уже будет защищен от всех тех инфекций, с которыми он может столкнуться. Вакцинация по календарю прививок проводится бесплатно. В этом году в Оренбургской области на эти цели выделено почти 40 миллионов рублей. В регионе сохраняется высокий уровень охвата иммунизации населения. По всем направлениям он превышает нормативный показатель 95%. Но по-прежнему у некоторых родителей возникает недоверие к вакцинопрофилактике, боязнь ее осложнений. В итоге они отказываются прививать ребенка, тем самым подвергая его жизнь опасности. Ребенок потом будет сталкиваться с этим заболеванием, когда вырастет, куда-то либо поедет, потому что на самом деле в мире существуют эти заболевания. И вот опять же, по данным ВОЗ, в прошлом году умерло 1,7 миллиона человек от заболеваний, которых можно было предотвратить прививками. То есть вы только задумайтесь, их можно было спасти, если бы они были привиты, а они умерли. Вот. И наше население как бы вот не думает о том, что сейчас очень большая миграция. Мы все переезжаем, куда-то ездим, ездим в путешествия. Причем все стремятся поехать в какие-то экзотические страны, посмотреть. А что в этих экзотических странах люди болеют этими инфекциями, и что человек никак не защищен, может быть, от этой инфекции. Специалисты говорят, что риск развития осложнений от прививок может быть один случай на миллион. А вот риск получить тяжелые осложнения от перенесенной инфекции равняется 1 к 20. Например, очень опасна в этом плане краснуха. Это один из тех вирусов, который вообще вызывает такие пороки развития у плода, и которые, с которыми потом, ну, как бы не дай бог родиться, да, это слепота, глухота и пороки развития сердца. Ну, то есть вот такие. И это настолько доказано, что этот вирус вызывает именно такие пороки. И представляете, если беременная женщина, особенно в ранние сроки беременности, заболевает краснухой, то избежать уже вот как бы развитие данного заболевания у плода уже невозможно. Сейчас на утверждении находится новый национальный календарь прививок. В него включены дополнительные вакцины, например, против пневмококковой инфекции. Помимо этого, для населения предусмотрена иммунопрофилактика и таких сезонных заболеваний, как грипп, клещевой энцефалит. Сегодня благодаря прививкам можно защититься от целого ряда инфекционных заболеваний и тем самым избежать серьезных проблем со здоровьем.